Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вскрываем недельные сундуки. Да, пора бы уже, и среда настала, и лут всякий подоспел, всякими там сундуками, сокровищами скверны, да и триник чуть-чуть купил. Я и вскрывал их, конечно, всю неделю, но и сейчас чуть-чуть. Пришел осколков и решил прикупить и именно на видосик уже вскрыть. Начнем же? Начнем с триник, потом вскроем сундук, и потом вскроем недельный сундук. Мусор. И еще один мусор. Понятно. Так, теперь герой к сундуку. Проверяем лут на защиту. Все отлично. Это... мусор. А это... это откуда падает вообще? Ну, шея хорошая. Я, конечно, хосты с этого потеряю. Чуть-чуть. Не, шейка интересная, конечно. Я давно хотел сделать так, чтобы там маленько либо процентов искусности потерять, либо процентов скорости потерять, и получить несколько универсальности процентов, чтобы, ну, там, меньше получать дамага от каких-либо магических боссов. Ключик дали казематы. Кровавый вулканик укрепленный. Отлично. Именно как раз такой его и 16-й мы и пойдем даже. Ну, не понижая на самом деле. Неделя достаточно легкая, планирую сделать чуть-чуть марафонов, как вариант. Один-два там, посмотрим по настроению на самом деле. А эти перчатки продаю, что они ни к чему мне абсолютно, по-моему. Подожди. А, ну у меня мастери хаст, а эти хаст мастери. Ну да, типа, искусность имеет больше приоритет в дамагере. Хотя в дамагере у меня другие перчатки. Так, вот это вот сейчас интересно, конечно, на самом деле. Ну, ладно. А, ну в дамагере у меня легендарные, потому что... А так я бы эти использовал. Ладно. Так, это мы продаем. Это мы одеваем и будем... будем чарить, да. Так, посмотрим, что у нас станет с хпшкой, да и вообще со статами. О! Вот это мне нравится. 6800 ровно. Это классно. Надо не забыть еще зачарить ее на искусность, знак подготовленного солдата, да и все. И можно ее в два спека использовать. Угу. 3.5% универсальности. Угу. Ну, красиво, в общем. Так, рейд, сохранить. Это что у нас? Ожерелье из кузни хаоса. Мне даже интересно, где оно дропает. Боже. Неправильно. Кузни хаоса. А, это с АМК. Ничего себе, вот это я везучий. Вот так бы ледопасть допасть бы лутать с АМК. Это было бы лучше. Хорошо, 930 надетый эквип. Идем дальше. Я перешел эту планку, наконец-то. Сейчас на паладина вскроем, что-нибудь упадет хорошенькое. На паладине... конечно, было прошлой неделе легче закрывать при мучительном, потому что у паладина свой отхил, а друлем, конечно, потяжелее. Было весело. В указ шары, конечно, друлем идти. Потому что, ну, сами посудите, друль раздут по хп, по нему эти тики тикают больнее, хилу нужно прохиливать больше. Все. Как бы... больше нечего объяснять. Так, что там по квестикам? Что-то есть вообще? Нет? Это что такое? А, ну это типа на второй квартал. Ну и ладно. Так, 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 так. Защита. Перчаточки. Что за перчаточки? Ну, знаете, ради эквипа их стоит одеть. Это что? Нижний ярус. Не, ну хотя... на этом КД он относительно еще такой неплохой будет, если честно. Пойдет, пойдет. 915 паладин. Вдумайтесь, я прошел 4 инста эпохальных еще там 2 недели назад, да? Мне упало это кольцо. А навара мне упали какие-то ступни вообще дерьмовые, крит искусность. Но вот почему не наоборот? Я бы радовался бы на войне, гонял бы с 930-м колечком за место 915-го с утробы. Так оно еще и с сокетом прокнуло.
Вдумайтесь в это. Это еще 150 статы сверху. 0,3% стата какого-нибудь. Хоста или мастере. Там что-то, по-моему, 400 же нужно рейтинга этого. Ну, 400 стат с целью набора 1%, насколько я правильно помню. Или чуть меньше, 350. Для каждого по-своему. Ага, это все надо будет раздизать. Это я уже позже сделаю. Так. А че он серый? Ну вот, правильно. Для меня всегда только цвет золотой у этих сундуков. Иначе быть не может. Поехали. Сапожки. Мне в то КД упали сапожки, и в это КД падают сапожки, насколько я правильно помню, да? Везение, уровень пре. Чертоги. Ну, ключик хотя бы хороший дали, и то хорошо. 14-й. А я проходил 15-й на друле. А, ну то есть разница в дропе ключа теперь составляет лишь минус 1. Отлично. Первая согласованность. Отлично. Короче, лутом на вара я доволен. Даже очень, на самом деле, потому что вара у меня давненько уже ничего хорошего не падало. Лутом на пала я вполне доволен. А лутом над руля я, как всегда, недоволен. Что-то я помню, в 7.2 падало над руля классных шмоточек. Реально прям море классных шмоточек. Сейчас что-то наоборот. Ну, это классно, на самом деле, с какой-то стороны. Все-таки мейна надо одевать, а не твинка. Эх. Счастья вам, здоровья там, легендарок побольше, эпиков нормальных. Ну, если вы еще не вскрывали недельный сундук, я не знаю, когда вы этот видос смотрите. Кто-то сразу, как выходит видос, смотрит его. Вам спасибо огромное. Кто-то там через год его вообще посмотрит. Всех вам благ, счастья, здоровья там. Берегите ноги. До скорого.